Дорогие друзья, всем здорово, всем привет. И сегодня, в общем-то, еще один способ фарма на гонках, который дает 5000 серебра, одно золото, а 100 опыта. В общем-то, это все связано со временем. Вот, мы заезжаем на гонку. Опа, еще один написал. Так, вот, заходим в меню, переводим время. Но мы, у нас будет про... Время такая штука, что мы переводим не вперед, а вот назад. Допустим, 14:27. Все, перевели. Все. И у нас теперь деньги и гонка. Ну, деньги, естественно, останутся. А гонка не будет переводиться вперед на сколько-то часов там по времени. Потому что мы переводим время... Нифига себе, куда я к лесу ехал. Не вперед, а назад. То есть у нас все будет с вами прекрасно. Сам вылетел, ничего себе. Вот. И сейчас доезжаем гонку, потом выходим из гонки. Ну, ее завершаем полностью. Обратно переводим время, как у нас было, и все. Становится на круги своя. И нет такого бага, что вот у вас там гонка будет доступна через 10, через 12 часов, там через 50. Ну, кто насколько она переводится. Вот этот способ мне подсказал один из подписчиков, за что ему огромное спасибо. Вот, такие дела. Ну, а с Эклипсом мы уже практически доехали гонку. Вот она быстро. Если бы я еще никуда не врезался, то вообще бы огонь был. Такие дела. Всем удачи, всем пока-пока, друзья. Но я, конечно, сейчас перезайду вот так, потому что эта гонка самая хорошая.